Италия известна как великая страна. Древний Рим был миром правил, строил храмы, дворцы, свод законов этих стран сочиняли мудрецы. Их творения изучали, их заповеди сдают. И напрасно вспоминают все дороги в Рим ведут. И художников искусств тоже помнят, тоже ждут. А еще есть много вкусов итальянских разных блюд. Макароны и спагетти. Хочешь, пиццу выбирай. Очень любят это дети. Каждый день хоть подавай. А откуда Чиполлино и еще один герой? С длинным носом Буратино и страны они одной. И хотя из разных сказок на Италии их дом, все понятно без подсказок и о первом, и о втором. Город есть один старинный, что Венецией зовут. По каналам в лодках длинных здесь по улицам плывут. А другой, который Пиза, своей башней знаменит. Наклонилась башня к низу, но не падает, стоит. Горы снежные, равнины, виноградники, поля. Здесь растет инжир, маслин, кипарис, тополя. И живут певцы, актеры, их ты знаешь, знаю я. Сеньориты и сеньоры, это все Италия! Thank you.